Всем привет, это канал PlayGame, зовут меня Сергей, и мы продолжаем проходить Life is Strange, точнее, хвою нужно спасать. Так, быстро, быстро, быстро. Тяни, 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 тяни нахер. Твою мать. Чё, блядь, заржавели? Ой-ой-ой, наверх, быстро. Чё, монтировка, взять, быстро бери нахер. Блокируют, блокируют, чё блокируют? Да стой, не ссы, подожди, нахера там бобину освободил, сейчас я могу толкнуть. А нахера, нахера, нахера? О, мать вашу. Эй! Черт, не успел. Тяни, тяни нахер. Нормально. Черт, их вам пронесло. Ты снова меня спасла. Ах, нет, мы теперь навеки связаны. Ты в порядке? У меня здесь заты ноги в заморозках. Было бы славно, если бы был менее жесткий способ спасти мою задницу. Теперь еще и поездам по лесопилке не доехать. Не рада, что я затащила тебя в такие, короче, херню. Было круто побывать в твоем убежище. Но мне нужно вернуться, пока не началось следующие пары. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и соратником. Сомневаюсь, что это мои способности вечные хвоя. Ну и ладно, зато мы вечны. Спасибо, что подвезла меня, Хлоя. Как раз успеваю на пару поездку. Спасибо, что поехал со мной. Извини за то, что было так скучно. С нами никогда не соскучишься. А, ничего не случается, захватывающе. Слушай, твоя сила должна быть как-то связана со вчерашним снегопадом. Это могло бы объяснить твое видение про торнадо. Объясни? Ну что? То, что снег помещает громадное торнадо, которое сотрясет Аркадий Бэйс с лица земли, сотрет. Ты обкурилась? Очнись, Макс. Ты уже дважды спасла мне жизнь. Изменила мою судьбу, свою и еще многих людей. Ты знаешь, что такое теория хаоса? А ты что можешь знать о теории хаоса, мисс, я ненавижу занятия? Прошло 5 лет за сранка, некоторые меняются, а у тебя здесь идеальный шторм на радости квантовой физики. Почему я? Я же обычный гид из небольшого городка. Идеальный пример странных аттрактов. Все вас ни к чему не приводит. Торнадо, перемотка времени, долбанный снегопад. Привет, Армагеддон. Так, давай оторвемся с твоей силой напоследок, рок-звезда. Как вы и сказали, профессор Прайс, супергерою нужен напарник. Как эта неделя может быть на вселенной дерьмовой и хорошей? Потому что мы снова вместе. У меня есть пара минут перед уроком, Джефферсон. Можно немного побродить здесь. Так, давайте с этим чувачком. Сэр? А, привет, Макс. Не хочешь сказать мне про то, что вчера от меня скрыло? Чего нет, не хочу. Нет, в смысле, мне нечего вам рассказать. Еще больше тайн и секретов. Извини меня, мне нужно идти на собрание. Ну, тиши тогда. Так, баннер. Эти богатенькие ублюдки постоянно устраивают масштабные вечеринки. Так, ну чё ты хотишь? Привет, Кортни. Чао, Макс. Никаких фото, пожалуйста. Мне нужно составить список гостей на вечеринку клуба Тикон.
Серьезно? Ой, как будто тебе не все равно. Допустим, нет. Я не против вечеринок. Зато, судя по всему, ты настроена против моды, а у клуба довольно строгий дресс-код. Да, есть платье хотя бы. Извини, но неплохая попытка. Так, чё, наверное, на урок надо чесарить. Дэвид, здорово. Извините, мистер Мэтсон. Я понимаю, что вчера я немного подлетелся в комнате Хлои. Это правда была твоя марихуана? Но нет. Нет, это трава моего друга. Вы арестуете меня, говорит, мистер Мэтсон? Даже я не такой уж и урод. И прости меня за вчерашнее, я был неправ. Но очень расстроен. Может быть, я трава это мелочь, но у Хлои были с ней проблемы. Вы же ветеран войны, она не опасна для вас. Если бы она была не безразлична, я бы не тратил на нее свое время. В ее возрасте устраивал проблемы похлеще, она выше этого. Да и все остальные дети тоже, так же, как и Кейт Марш. А что насчет Кейт? Ты заступил за нее в весьма неудачный момент. Пойми, Кейт — это отдельный разговор. Кейт и не делала ничего плохого. Макс, дело не только в Кейт Марш. Мой долг обезопасить всех участников Академии Блэквилл. И тебя тоже. Одних лишь камер наблюдения будет достаточно. Но и грант недостаточно, чтобы найти всех пропавших студентов. Разве это не ваша ответственность, раз вы тут начальник охраны? Разве что, если вы знаете Рэйчел Эмбер, то ничего больше не скажете. Я больше не хочу с тобой ругаться. Да и вообще не с кем. На этом все, Макс. Ладно. Так, Чу, я сижу в лаборатории научной фантастики. И я не кот Шреддингера. Сейчас так. У меня есть время, можно проверить Торна, посмотреть, как он вживается в роль. Так. А где лаборатория-то? А, во, хэ, мы точно и зашли в нее. Мистер Чародей с головой погружен в работу. Привет, Уоррен, ты как, все хорошо? Выглядишь так, будто ты не совсем запутался в своей жизни. Серебряный молоток Максвелла. А ты вовремя, мне нужна твоя помощь с одним экспериментом. Раз уж ты меня просишь о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Давай калий бахнем. Не знаю, почему ты позволяешь мне решать, но погнали. Калий таки калий. Если ты окажешься права, то заработаешь бесплатные обнимашки. Ой, что, неправильно? Ох уж это наука. Что, не так, да? Давай махнем. Так, что? Hey, Warren. Maxwell Silver. Asking me for... Have that... Ага, много калия. I actually think you Думаю, стоит добавить калия. Много калия. I mean, a shitload. See? Look at that Только глянь на свою руку, когда-нибудь ты точно станешь ученым. Ну что ж, за дело. Чё? Ой. She blinded me with Она ослепила меня наукой. Так, что тут нам делать? Hey, Warren. Asking... Пропускаем, пропускаем. Значит, натрий. I have a vision. Мне кажется, что погнатрий. Годиум? Погнатрий? Боже, ну у тебя есть шутки. Ну ладно, Макс, принял решение натрий, так натрий. Sodium it is. Блин, ничего, никак, нет. Так, а чё тогда-то, если не надо, не калий? Много натрия? She
She blinded me with science. И чё? Yes, что ж, дрифт и правда был неплохим, но давай это оставим между нами, профессионалами. Cool. Хорошо. А, это ты всё, что ли? Bring me the brain. Принеси мне мозг, Игор. Так, так, всё, в смысле, мы помогли? Yes, that was a blast. But let's keep it a professional secret. Cool. А, и всё, что ли, весь опыт. Так, ладно, на урок нам надо. Извини, Макс, можно тебя на минутку? Конечно. Все в порядке, ты выглядишь так, будто чем-то взволнована. Это между нами, я очень беспокоюсь за Кейт Марш. Это не тайна. Все уже в курсе насчет небольшой вчерашней перепалки между вами с начальником охраны. Я вступила за Кейт, когда Дэв Эдвенс на нее набросился. Она этого не заслужила. Конечно, не заслужила. Мистер Мэтсон не самый добрый человек на свете. Но есть ли у вас доказательства? Вы что, не верите моим словам? Единственный раз, когда я решила на ней делать снимок. Всегда делай снимок. Мое первое правило фотографа. И, Макс, я обещаю, это непременно будет обсуждено на совете. Думаю, ты уже знаешь про это видео. Она напугана всем этим. Даже домашние задания выполнять не может из-за того, что жизнь превратилась в сплошную, короче, путь. А что, если Кейт сама виновата во всем этом? У нее хорошие намерения, но у меня такое ощущение, будто она что-то скрывает. Ты говорила с ней? Да. Да, сейчас сегодня говорила с ней по телефону. Она сейчас нуждается в друзьях и поддержке. Я не хочу, чтобы Кейт Марш стала новой Рэйчел Эмбер. Рэйчел Эмбер? А какое отношение она имеет к ситуации с Кейт? Довольно трудно не думать о ней, когда все эти плакаты о розыске пропавших висят на каждом углу. Рэйчел не имела ничего общего с Кейт. Ректор Уэлл сказал, что ты явно что-то не договариваешь. Может, мне расскажешь? Нет. Не сейчас. Я обязательно все расскажу, как только пойму, что да как. Хотел бы я тебе верить, Макс. Просто за всю эту неделю вокруг тебя столько всего произошло. Слушайте, может мне... Прошу прощения, Макс. Алло, да? Минутку? Мне нужно ответить. А ты пока иди в класс, я скоро вернусь. Make me beautiful, Hayden. Bo. Я сейчас занят, Макс. Так, потом не подоставать, а ты кто? Стелла вполне умно поступает, держится подальше от всех. Так, а ты что за чувак? Вот, чему люешь? Набросок Данны просто потрясающий. Даниэль весьма хорошо рисует. Данна позирует. Ого. А потрещать с тобой? Чем занимаешься, Даня? Все, жду момента, когда смогу нарисовать Дану после того, как Хейден ее уговорит. Щелкнем на разочек. Не сейчас, Макс. Я пытаюсь духовное равновесие, короче. Где-то она вся в себе. Так, а ты чё? No time to talk, Max. Нет времени на болтовню, Макс. Я тут позирую. Do you think Max will be pissed for sitting at her desk? А ты чё творишь? No time to talk, нет времени, да, короче, художник творит, это позирует. А вы чё творите? А вот и наша загадочная Макс в маскировке миленького хипстера. Или папарацци. Быстро дай мне мою фото, шлюха, или ты пожалеешь. Слишком поздно. Мяу, выпускайте коготки. Обожаю смотреть, как цыпочки дерутся. Можно мне уже сесть, пожалуйста? Не знаю. А ты можешь? Дай уже сесть за свой стол. Придурки. Зачем Дэвид фотографирует Кейт? Как же это неправильно и странно.
Как жизнь, hey, Макс? Привет, Оуэн. Я тут Кейт видел, всю в слезах. Кейт многое пережила за последние дни. Я не знал, что сказать, да и она тоже молчала. Я, конечно, понимаю, что вы меня любите, но если это не ваш класс, проваливайте. Остальных прошу сесть. Сегодня нам предстоит о многом поговорить, а времени, как всегда, у нас практически нет. Ну что ж, вижу все те же лица. Кто-нибудь видел Кейт Марш? Думаю, все уже видели. Похоже, у вас у всех на уме только вирусное видео. Быть может, это связано со студентом или же с другом? Интересно, как бы вы себя чувствовали, если бы фото, показывающее вас, короче, было ваше? Ух ты, мобильником нельзя пользоваться. Ё-моё, если вас не прочитал. Так, а чё мы тут нарисовали? Чё ты вылупился? Нормально. Так, обычно людям нужно постоянно что-то обсуждать. We can thank reality TV for за это мы часть можем поблагодарить реалити-шоу. В конце концов, мы можем только себя. Видимо, Кейт пропускает это занятие, я волнуюсь за нее. Классно, что Джефферсон опубликовал свою небольшую книгу о том, как правильно делать фотографии. Я уверен, что вы научитесь учебной программы, словно это Гарри Поттер. Так что вы должны знать, что сегодня мы изучаем светотень. Это прекрасное слово, этот контраст между светом и тьмой. Именно так ученые делают фотографии визуальной силы. Это слово на инь и янь. Черно-белые фотографии так выразительны благодаря своему контрасту. Йоу, у кого женской общаги, какой-то пиздец творится, зацените. Закай, только попробуй еще раз так заявиться в мой класс. Послушайте, все оставайтесь на своих местах. Рано препода навалили просто. Все свободны. Вы это видите? Мне это не мерещится? Да она совсем спятила. Я и не думал, что у нее все так плохо. Так, что там, Кейт с собой, как она там? Кейт, ну да, Кейт, покончить с собой захотела. Нельзя позволить ей умереть, ни в коем случае. Нет, не сейчас. Нужно попытаться, я не смогу отматывать время снова и снова. Так, что это происходит? Замедление времени? Нет, останавливайся, Макс. Ты сможешь. А что делать-то? Понимаю, надо по идее это чесарить наверх. Yes. Да. Да хрен где, да, давай быстренько. Что ты тут делаешь, Макс? Стой, не подходи ко мне. Не сейчас. Не получается, моя способность куда-то пропала. Теперь все зависит только от меня. Макс, серьезно, не подходи, я спрыгну. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ладно, я стою, Кейт, прошу тебя. Блин, а что, перематывать нельзя? Макс, я знаю, ты хочешь мне помочь.
Спасибо тебе большое за то, что ты заступилась за меня. Но это уже не важно. Эй-эй-эй-эй, давай вот так, наверное. Ты важна мне, и не только мне. Хотелось бы мне в это верить. Кейт, твоя жизнь все еще в твоих руках, и мы справимся, если будем вместе. Позволь мне помочь. Я помогала, стирая все это дерьмо, что люди писали на доске около твоих дверей. Приятно слышать, что тебе не все равно. От этого мне лучше. Конечно, мне не все равно. Ты моя подруга, Кейт. Мне действительно стало лучше от того, что я тогда поговорила с тобой по телефону. Ты всегда выслушиваешь меня. Кейт, пожалуйста, верь мне, не оставляй меня. Я помогу тебе, я знаю, что смогу. Утром я стерла ссылку к этому видео. Оно было написано в зеркале в душевой. Выдумки, как я могу тебе доверять? А что насчет утра, когда мне нужна была помощь? Ты сказала, что мне ничего не делать. А я... мне нужно больше времени. Так, вот так, наверное. Кейт, я ищу доказательства того, что Нейтан Прескотт накачал тебя наркотиками. И что ты единственная его жертва. Не единственная его жертва. Ты должны с этим что-то делать. Нейтан Прескотт? Да, это логично. Тот еще ублюдок. У тебя есть доказательства? Скоро будут. Как только они появятся, мы тут же справимся в полицию. Мы будто избавляем Блэквилл от всего плохого. Я действительно могу на тебя положиться, Макс. Впервые за всю неделю я почувствовал, что надежда еще есть. Прекрасно. Нам всем нужна поддержка друг друга. Так что спускайся, пожалуйста. Пожалуйста, не делай этого. Макс, моя жизнь сплошный кошмар, от которого я никак не могу проснуться и избавиться. Но если же я заставлю себя заснуть, все тогда смогут... Так, все равно весь интернет меня уже знает. Неудивительно, почему называют Титаны. Нельзя ничего убрать оттуда. Видео со мной везде. Хотелось бы мне отмотать время назад, чтобы не допустить всего этого. Так, есть миллионы видео, не допустим. Кейт, это наш шанс одержать победу над теми, кто издевается над нами. Наш единственный шанс. А мы правда сможем, Макс? Я уже не верю в чудеса. А я верю. И ты одна из причин. И если ты спустишься, то я все тебе расскажу. Ты хороший человек, Макс. Даже несмотря на то, что ты врешь мне. Ну, ради тебя, я спущусь. Ты моя подруга. Навсегда. Теперь мы сможем обняться? Нет, никому до меня нет дела. Никому. Сестра, есть ли у нее сестры? А как же твоя мать, Кейт? Подумай, что с ней будет. Ей плевать на видео. Она любит тебя. Ты не знаешь мою мать. Вообще, она уже думает, что сатана зарезервировал мне место в аду. Ну что, посмотрим, так ли это. Нет, Кейт, пожалуйста, не надо, послушай. Это не конец, Кейт. У Бога точно у тебя есть более великие планы. Неплохо, Макс, но я стою на крыше по воле Божьей. А можно что-нибудь прочитать? Она вот писала у себя там в журнале, сохранилась ли, ой, в Библии, делала пометки. Так, книгу. Ой, я даже, блин, не знаю, ничего не осталось, да? О, блин. Я даже не знаю, что ответить, давайте так. Самоубийство — грех, если ты веришь в ад, то ты туда попадешь. Я не хочу, чтобы с тобой это произошло. А в чем разница? Все равно я уже в аду. Нет, Кейт.
Твою мать. А мотануть ничего не то выбрал, ёп. Вот это косячина. Столько трындел. Я знаю, что вам неприятно это обсуждать, но мы должны выяснить, что подвигло Кейт Марш на этот такой отчаянный поступок. Офицер Берри будет делать записи для официального расследования. Я уверен, что вы будете сотрудничать с ним в полной мере. Такая трагедия. Трагедия, но всему должна быть своя причина. Нам нужно выяснить, что подвел Кейт Марш на такой отчаянный поступок. Как ректор Академии Блэквелл, я серьезно отношусь к своим обязанностям. Я с большой ответственностью забочусь о благополучии каждого ученика. То, что произошло сегодня, должно случиться вновь в нашем храме науки. Мистер Мэтсон, как нашему главе безопасности, вам должно быть известно, что двери на крышу должны быть закрыты всегда. Это стандартная процедура, но они были открыты, а это ваша прямая обязанность. Мистер Джефферсон, я понимаю, вы не можете знать, чем занимаются ваши ученики, но Кейт говорила с вами до начала занятий, так что вам должно было быть известно, что произойдет что-то неладное. Мистер Прескотт, так как вы несете ответственность за вечеринки клуба «Циклон», и поскольку Кейт Марш посещала вашу последнюю вечеринку, вам придется ответить на пару вопросов. Мисс Колфилд, почему вы были на крыше вместе с Кейт Марш? Она рассказала вам о своих намерениях или что-то еще? Прошу, расскажите нам все. Я знаю одно. Кейт была на той вечеринке, и Нейтан накачал ее. Она потеряла рассудок и стала целоваться с мальчиками на том вирусном видео, сама-то не осознавая. Я хочу это. Сама-то не осознавая. Ты вообще видел этот ролик? Неважно. Кейт перебрала и открывалась на танцах. Врешь, ты сказал Кейт, что отвезешь ее в больницу. Я сказал, что собираюсь отвезти ее в больницу. В итоге она протрезвела. Чушь, с ней что-то случилось, и ты это знаешь. А может, поговорим о том, как ты притащил пушку в туалет? Эй, это тоже полнейшая ложь. Я могу подать иск на вас и вашу школу в кратчайшие сроки. У меня же есть личный адвокат. Погоди, Макс. Ты сказала мне вчера, что ничего не произошло. Ты все это выдумываешь? Как я могу верить тебе? Вы не можете, она продает дурь и сама ее скуривает. Но никак не спасает жизнь. Нет, неправда. И это не имеет никакого отношения к Кейт Марш. Мне нужно провести расследование, чтобы выяснить, правдивы ли обвинения. Поэтому, Макс, я обязан связаться с твоими родителями и отстранить тебя от учебы на пару дней. Извините, но мне кажется, что Нейтан и Макс нужен отдых перед ведущим допросом. Погибла сокурсница и хороший друг. Не нужно им сейчас говорить об этом. Ага, я сейчас вроде сильно расстроен. Хотел бы побыть со своими родными. Хорошо, мисс Колфилд, пожалуйста, подпишите это, чтобы подтвердить ваши показания. Дальше я продолжу расследование сам. Голова просто раскалывается. Что я думаю, что смогу использовать свою силу снова? Итак, я думаю, теперь нам известно еще меньше, чем в начале нашего разговора. Мы будем помогать полиции в дальнейшем расследовании. Я знаю, что сегодня был напряженный день. Хотел бы я иметь силу изменить все в лучшую сторону. Спасибо вам, что пришли. Я не могу поверить, что это не могло произойти на самом деле. Я видела, как она падает. Думала, что и правда смогу спасти ее, как настоящий супергерой. Успокойся, Макс. Тут нет твоей вины. Кейт сама выбрала этот путь. Не ты. Я протянула руку. Хватит. Ты была единственной, кто бросился на крышу. Единственное, кому было не наплевать.
Конечно, это офигеть, какая разница. Может, если бы людям было не безразлично. Людям лучше меня. Ты самая лучшая. Уоррен, я облажалась. Это ничего не меняет. Уоррен, я знаю, что это прозвучит странно, но в Блэквилле происходит что-то ужасное. Сегодняшнее событие этому доказательство, и я пытаюсь найти доказательство того, что Кейт Марш и Рэйчел Эмбер связаны как-то. Вместе с Нейтаном и мистером Мэтсоном. Я не шарю в теории заговора, но тоже вижу что-то неладное. Нейтан напугал меня вчера, а Мэтсон полный отморозок. Так что, как думаешь, что происходит на самом деле? Какого черта? Погода под стать этому странному дню холодает. Сегодня не должно быть затмение, я бы знал об этом, точно. Я верю тебе, Уоррен. После всего произошедшего я готова поверить во что угодно. Мне так жаль, Кейт. Еще это затмение. Давай разберемся со всем этим дерьмом. Вместе. Эпизод 2. В разнобой. Ну, друзья, вот мы закончился у нас второй эпизод. А мы на этом давайте серию нашу закончим. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока, друзья. Так, а вот наша еще статистика глянем. Да, понятно. Просто так вот. Выстрелить Фрэнка я пытался, не смог спасти Кейт, да, не смог. Не смог я спасти Кейт, а как-то ее, видимо, можно было спасти. О, вы не достали пропуск на вечеринку циклов? А можно было достать?
Ясно.